программа «День с толком». В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Поехали за сюжетом про уборку дорог и застряли. Так чистят или не чистят улицы Барнаула? МЧС несет людям музыку. Необычный концерт от спасателей в преддверии профессионального праздника. Избиратели уважают, а коллеги побаиваются. Змеиногорский депутат Виктор Бабенков всю жизнь работает ради блага других. На Алтае вторые сутки аномально сложная погодная ситуация. Так бураны и сильный снегопад называют в официальных источниках. Сегодня во власти непогоды оказались и наши коллеги. Пока откапывали машину, пообщались с горожанами. Белорус сейчас ехал мимо на тракторе, мы ему показываем, говорю, пусти гребенку, погреби. Он показывает, вот и вот так вот. Я говорю, так мы же дорогу, ты что, говорю, прогребил. Он уехал и все, и ушел, и стал гребсти. Вот пытались снять сюжет, приехали на переулок Кауфмана, это на горе. Искали места, где больше всего занесено и где люди обычно встают. Их приходится вытаскивать трактором. Ехали вообще до другого переулка, честно говоря, но встали прямо здесь. Местные жители говорят, вчера отсюда вытащили 5 машин, или как откопали. Единственное, что можно сделать, постучаться к местным жителям, попросить какие-то доски, подложить под колеса, домкратить машину, приподнимать, выезжать. Только что вот мы выехали, и спустя 4 метра мы сдавали назад, потому что вперед было бессмысленно ехать, мы уже снова встали. К счастью, наши коллеги сумели оттуда выехать. Другим горожанам повезло меньше. Мало того, что припаркованные во дворах автомобили приходилось откапывать из метровых сугробов, по всему городу в утренний час пик стояли в пробках колонны машин. Весь день на дорогах заторы. Непростая ситуация и на трассах края. Так алтайским пожарным пришлось помогать беременной женщине добраться до больницы. Случилось все по дороге из Алейска в Барнаул. Реанимобиль застрял в снегу. Врачам пришлось обратиться за помощью к спасателям. Для расчистки пути пожарные использовали ЗИЛ. В буквальном смысле прокладывали дорогу реанимобилю. Благодаря их помощи женщину вовремя передали в руки врачей Топчихинской районной больницы. К слову, спасатели могут не только помогать людям, но и развлекать их. Накануне своего профессионального праздника бравые мужчины организовали концерт в одном из торговых центров. Играли музыканты оркестра Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Эстрадные ритмы, джазовые и лирические композиции, песни о пожарных и спасателях. Те, кто пришел за покупками, были удивлены происходящим и останавливались послушать музыку. Сами спасатели во время концерта с удовольствием поздравляли посетителей торгового центра с наступающим Новым годом, а также, пользуясь случаем, напоминали правила использования пиротехники, раздавали памятки. Досталась такая и Деду Морозу. Будьте, пожалуйста, внимательны. Мои друзья, МЧС России предупреждает, а особенно Главное управление по Алтайскому краю. С наступающим Новым годом вас! Продолжаем выпуск. Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева провела рабочую встречу с учителями Каменского района в связи с буллингом. Не так давно школьник одного из поселков муниципалитета попал в больницу и на треть потерял зрение после того, как его избили сверстники, так утверждает сам ребенок. Во время встречи Ольга Казанцева обсудила с директорами школ ситуации насилия среди школьников. Как распознать травлю, как выявить жестокость у детей и как реагировать сотрудникам школы. «Мы не видели» не означает, что насилия не было. Спрашиваю, в какой из школ проводится анонимное анкетирование детей и родителей 2 раза в год на выявление признаков насилия. Отвечают, не проводится. Прошу не путать с изучением климата в коллективе или методикой социометрии. Директора школ совместно с уполномоченным по правам ребенка пришли к выводу, что насилие начинается со сплетен и отторжения, а заканчивается побоями. Буллинг школьники долгое время делают скрытно, поэтому главная задача педагога – выстроить правильные отношения в классах, не выделять любимчиков и не унижать детей. От воспитателя до народного избранника харизматичный змеиногорский депутат Виктор Бабенков за спасибо решает проблемы своих земляков. Люди в нем души не чают, а коллеги уважают и побаиваются. О грозе города в нашем следующем сюжете. Я знаю, приходил туда, мастер делал, направил, нет?
Ну, придет, ждите, потому что сейчас он работает на Спартака улице, сказал, что там сделает, тогда придет к вам. Так что вы не переживайте. Телефон не смолкает ни на минуту. Некогда детдомовский мальчишка, теперь депутат Гордумы Змеиногорска. Виктор Бабенков – образец для подражания. Порыв, пожар, личная проблема – сразу бегут к нему. Вот председатель личных комитетов. Мне они нужны постоянно. У Виктора Александровича все четко. Контакты, адреса всегда под рукой. Это осталось от работы в школе. Половину жизни он посвятил детям. Проводил не просто занятия, а рассказывал истории, показывал кино, посвящая ученикам почти все свое время. Когда я был в детском доме, я видел, как все сбежали скорее с работы. Ой, уже, ой, то автобус ушел, то дети там. Я глядя, думаю, нет, а я буду отдаваться все-таки этим детям, с которыми я работаю. Отдавался так, что потерял семью. У Виктора Александровича было 3 жены. Ушли все. Потому что я отдавал много времени работе. Я не думал, что семье надо много работы отдавать. Я думал, что семья на втором месте. Вот так всем почему-то считал. И очень долго так считал, 40 лет. Сожаление пришло, когда с любимой работы попросили. Но тут люди выдвинули его в депутаты. Говорит, даже растерялся, ведь не знал, с чего начать. А когда узнал проблему людей, коммунальные аварии, нехватка детских площадок, парковок, решил, что будет помогать. И пошел штурмовать администрацию. И я изо дня в день на планерку к ним туда. И говорю, так, 2 порыва. Когда будем ремонтировать? Виктор Александрович, вы что, одни у нас? Я говорю, я про других не знаю, я про себя говорю. Другие не знаю. Ну вот, видят, что человек натурный такой, не то самое. И вот стали делать. А вот в площадке отказали. Нет бюджета, тогда он собрал с жителей 3000, а больше не решился. Добавил свои пару десятков тысяч. Я всю жизнь посвятил людям, а о себе-то никогда не думал. А теперь вот думаю, что возраст подошел, надо думать. А о чем мечтаете? Я ни о чем не мечтаю. Я продолжаю заботиться о людях. И когда что-то я сделаю, я спокойно сплю. А еще Виктор Александрович очень одинок, поэтому с удовольствием общается со всеми. С теми, кому помогает, со строптивыми чиновниками и даже незнакомцами. Будете проездом в Змеиногорске, спросите любого, и вам скажут адрес народного героя. Загляните к этому удивительно заботливому, ранимому, но такому стойкому человеку. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. В детских садах уже начались и проходят новогодние мероприятия. Новоалтайский частный детсад «Лучик» каждый год проводит праздничные утренники для всех желающих. «Лучик» – обычный детский сад. Здесь с детьми читают книжки, играют, готовят к школе. И так уже 7 лет. Только воспитанников здесь меньше. Именно это помогает легче разобраться со всеми их капризами. Мышка, цыпленок. Это кто? Муравей. На развивающие занятия в «Лучик» ходит около 30 человек, еще 20 в группу дневного пребывания. Возраст детей от 2 до 5 лет. Мы ведем, проводим утренники новогодние для детей с самого раннего возраста, то есть практически с годика до 3 лет. Это вот прям наша аудитория. Вот. Утренники проходят весело, с подходом именно для малышей раннего возраста, с учетом их возрастных особенностей. Вот. И все остаются довольными, счастливыми, дети уходят с подарками. Прийти на празднование этого Нового года может кто угодно. Двери детского сада «Лучик» открыты для всех малышей. Утренники пройдут 28 и 29 декабря, в субботу и воскресенье. Сейчас для гостей готовят танцы и песни, придумывают интересные конкурсы. Над потолком уже висят шары, а на окнах – снежинки. Осталось только дождаться Деда Мороза и Снегурочку и поставить елку. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. Хорошего дня!